Книга «Открытым оком», том 19, вопрос 3307, тема «Суды». Мне показалось, что если на судах против обвинявших нашу общину в несуществующей тоталитарности не было профессиональной экспертизы, то курсовая Судникова Николая вполне могла бы пойти за такую. Приняли ли бы ее на суде? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Суд должен послать запрос институту, кафедре, даст ли согласие на проведение теологической экспертизы. Потом согласование об уплате денег экспертам. Судья напишет вопросы, что в них нужно выделить. Потом ответ на бланке с печатью кафедры, научными званиями консультанта. И на суде этот консультант должен подписку дать под уголовную ответственность, что говорит правду. А эта курсовая для суда не имеет никакого значения. Это и не курсовая, а под оболочкой курсовой злобный памфлет. Псалом 145 стих. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». Когда Пимена Великого поносил злобствующий, он сказал ему: «Все меня хвалят, и потому они ошибаются, один ты правду обо мне сказал». Так и я могу сказать Судникову Н.Н. на суде. Остальное в вашем вопросе я уже отвечал. Псалом 55, стих 7. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Псалом 63, 7. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. 2 Тимофею 4, 16. Да не вменится им.